lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Однажды мы с Петькой хохотали. «Давай кулаками мериться», — предложил я Петьке на перемене и стал боксировать перед ним. Я здорово боксировал. Правым кулаком, левым кулаком, правым и левым. У меня ничего, кулаки, как булыжники. Но Петька их совсем не оценил. Он сказал: «Понимаешь, кулаки – это как-то скучно. Кулаками любой дурак помериться может. А мы ведь с тобой не любые дураки, правда?» «Тогда ростом давай», — сказал я и приосанился, так что мои лопатки на спине друг об друга поскрежетали. «Рост у меня хороший, половина папиного». «Нет», — протянул Петька и незаметно шею вытянул. «Ты на физкультуре вот как долго на перекладине висишь. Она тебя растягивает. Нечестно». Я не сдавался. «А может быть, ногами? У тебя ботинки на вырост. Зубами? У тебя меньше выпало. Животами? Ты сегодня на одну котлету больше съел. Головами? Ты весь волосами зарос. Головы толком не видно». И тут я не выдержал. «Ну сколько можно? Ну не носами же». Но Петька вдруг страшно обрадовался. «Слушай, точно, носами». И он затыкал в свой сдернутый нос. «Ты только посмотри, нос как горка. На нем может сделать сальто маленький сноубордист. А у тебя нос кочкой. С такого носа сноубордист полетит головой в сугроб». И он стал смеяться и скакать от восторга. Скакал и смеялся этот Петька. Низенький, худющий, с короткими волосами и малышовыми кулачками. Скакал и смеялся. Так что я не выдержал и тоже давай хохотать во все горло. А то вдруг он смехом предложит помериться. Нет уж, пусть остается с носом.